Ребята, делимся с вами очередной работой, проделанной мастерами из ультравыхлоп. К нам сегодня приехал гольф, и мы хотим добиться похожего, частично похожего звука, как на Golf R. Конечно, тут не будут таких громогласных прострелов, пока не перепрошьешь машину. Но все же звука можно добиться. И это мы постараемся вам сегодня доказать. Пишите обязательно в комментариях, удалось ли нам это или нет. Поехали смотреть, как будет происходить работа. И по традиции в конце вы обязательно услышите звук. Наденьте наушники, чтобы понять его более точно. Качали твою тачку. Скажи первые свои впечатления, пожалуйста. Это очень круто. Даже Golf R так не звучит, как мой стал звучать просто невозможно. На самом деле, да, это круто. Появились прострелы при переключении. И самое главное, что машина не будет надоедать на дальние расстояния, потому что мы поставили тебе заслон. Да, то есть ее можно выключить и в любой момент тихо, чинно, спокойно, благородно въехать в какой-нибудь элитный поселок, чтобы никого не разбудить ночью. А когда захочется наваливать, ты знаешь, что делать. Да. Вот твои ожидания и вот сейчас вот эти впечатления. Как тебе? Я не ожидал, что будет такой результат. То есть... Я думал, да, что-то будет, ну, не прям такое звучание. Даже слов не могу подобрать. Короче, я не рассчитывал на такое. Мы переплюнули ожидания владельца. Это счастье для любой компании, потому что хочется всегда показывать максимальный результат, чтобы владелец прям уехал счастливый и радовался все время выхлопу. Удовольствие тебе от выхлопа. Спасибо, спасибо. Рада тебя видеть. Вообще огонь.